Чё бы у него взять, а? Ну, кофта это уже не мой коленкорчик. Рубашка. Нафиг не нужны. О, найковская. Пойдет. Пиджачок. Самый раз на свадьбу. Ну, детский сад. О, летом ходить вот это я понимаю. Ладно, пора складываться. Васенька, ну что ты собрался? Я уже за билетами съездила. На 6.30 поезд. На 6.30, да. Тетя Лена, ну что делать? Ну собираюсь, конечно. У меня безвыходная ситуация. Ну простите вы меня еще раз, пожалуйста. Я реально буду нормально. Буду себя хорошо, адекватно вести. Паспорт забирай свой. Оставьте у себя этот паспорт. Не надо мне его. Я не поеду никуда. Не надо мне билеты эти в садку, сдайте их обратно. На свой паспорт новенький. Я хочу с вами остаться, нормально только. Я не хочу вот просто собирать эти вещи даже. Меня это все напрягает. Я реально буду нормальным. Тетя Лена, ну простите меня, пожалуйста, я не буду досаждать Леву. Я подумаю, Вася. Вы пирог собрались стряпать? Пироги? Да ты что? О-о-о. Ну я собиралась сегодня с рыбкой постряпать пирог. Вы пирог с рыбой собрались стряпать? Я в этом вообще спец, я вам отвечаю. Ты будешь стряпать? У нас как в садке зимой аномальные морозы начнутся, как завалит, короче, снегом все по крышу. Мы начнем с бабушкой, с дедушкой, вот он пескарей наловит, разморозит, и начнем их пирог стряпать. Потом в печку засунем, он весь горит у нас. Нет, нормально все будет. Сейчас нормально, там печка просто была перегретая. И все, мы достаем пирог прям под румяненький, вкусненький. Я вам сейчас серьезно говорю, можно я, пожалуйста, сделаю пирог? Ну, я не знаю. Не знаю, Лёва сегодня сильно расстроенный ушел в школу. Я пошла переодеваться. Сколько можно тебе давать? Я не знаю возможностей. Я пошла. Спасибо, тетя Лена. Я знал, что вы такая добросердная. Давай, давай, посмотрю, что ты там настряпаешь. Давай, давай. Тетя Лена, я вот эту рыбу нарубил. Вась, ты там немного перца-то сыпанул. Да не, тетя Лен, вы что, нормально? Самое то. Чем лучше промнешь, тем вкуснее будет, как дед завещал. Маслечко. Ну все промариновалось. Сейчас будет вкуснятина, тетя Лена. Ой, мне вообще отменные получаются. Верите, нет? Всегда отлично все получалось. Сейчас мукой главное все. Смотрите, как я умею, тетя Лена. Вот так вот. Раз. Раз. Тетя Лена, пирожок уже будет скоро готов. Сейчас надо тесто подрумянить. Как подрумянить? Ты что вытворяешь, Вася? Убирай быстро с противня. Вася, кто-то пироги-то стряпает. Я думала, ты настоящий стряпуха. Делаем помягче, чтобы с любовью. Помогите тесто сделать, а? Все, уходи давай опять. Начинается свистопляска. Тетя Лена, ну что у вас тут все получается? У меня-то все получается. Учись, студент. О, дадите вторую половину сделать? Стряпал он пироги всю зиму. Ну покажите, как вы делаете, я не пойму. Вот, раз, два. Ну, тетя Лена, хоть дадите в духовку поставить-то пирог? Ну я же половину-то сам сделал здесь. Ну, конечно, вас поставишь, а чё ж? Чё тут? Вверх-вниз на 180 градусов. Где? Вверх-вниз. Вниз. В другую сторону. Вниз. Все. Все. А это? А эту? Раз, два, три. Так? Так. Но я пока присяду. Тетя Лен, я ведь и вправду пироги пек. Знаете, как мы зимой жили? У нас ничего не было, ни света, ни газа. Мы давайте наловим этих пескарей и все. И с дедом начнем пироги стряпать. С бабушкой. Я ведь правда умел, но просто это давно уже было. Да что ты, да неужели? Ну вы правда меня простили? Ну конечно, простила, Васенька, конечно, простила. Конечно. Ну классный пирог у меня получился. Ну чё, запердолим его. И чё, и куда его ставить? Ну ставь куда-нибудь. Ровно, до конца задвигай. До конца задвигай. Готово! А Лёва когда из школы приходит? Уже через полчаса. Когда я допью, ладно, Лёва, все равно нет. Может, у Лёву в детдом обратно отправить? Я так хочу с вами жить, мы так уже сдружились с вами. Ты совсем с ума сошел уже? Да это шутка, ладно, тетя Лена, не переживайте.
Как вкусно пахнет. Нифига себе аромат. Мам, ты что, пирог стряпаешь, что ли? Любимый мой с рыбкой. Я уже иду. О, Лёва, привет. Вася, а ты что, еще не уехал? Я решил остаться. Меня тетя Лена уже простила, и я тебя у тебя прощу прощения. Я уже пирог состряпал, вон поставил пирог с рыбой. Нифига себе ты расположился. Какой еще пирог? Честно, я тебе говорю, я больше не буду никаких этих проделок устраивать. Правда, правда, Лёва. Ну вот пирог стоит с рыбой. Сам стряпал его. С пискарей нормально все сделал. Точно ты стряпал? Да не тебя спрашиваю. Точно он стряпал, мам? Да он, Лёва. Не захотел опять ехать. Давай, сынок, уж что, жалко его? Ну сейчас я приду. Что у нас еще готовится? Пусть готовится, я сейчас приду, переоденусь. Достаем пирожочек. Вот это да! Лёва, иди сюда пробовать! Иду, иду. Что, готово уже всё? Нифига себе, тут пирог. Давай попробуем. Вкуснятина, Васёк, большой молодец. Ну я же тебе говорил, что будет вкусно. Лёва, я, короче, тут еще песню сочинил для тебя специально. Ты разреши мне сейчас ее прочесть, потому что завтра я уже на работу выхожу. Кавказский гор спускается туман. Наверное, скоро будет ураган. А Бог создал на свете рай. И это Краснодарский край. И люди здесь живут нормальные. Продукты, овощи и фрукты натуральные. До моря здесь рукой подать. Прекрасный горный воздухом дышать. В году здесь солнце светит 300 дней. И жаркий ветер ведь прогреет до костей. Здесь очень много развлечений, и вы избавитесь от всех сомнений. В этом крае живет, работает, отдыхает правительство страны, депутаты всей страны, артисты, музыканты, спортсмены, бизнесмены, девчонки, пацаны, все в этот край безумно влюблены. Ребята и девчата, я вас всех люблю. Для вас я эту песенку пою. Все приезжайте в Краснодарский край, поймете, какой здесь рай. С вами я, Отличник Вайф.